буквально. Подворная? Да, где-то сдалека выходы. И прям через нас сюда. Вот видите, углубление идет. Это да. Окопы Великой Отечественной войны. Кстати, вот это позиции разрешите 40-х годов прошлого века. Мы даже копали свои позиции и понаходили вот некоторые вещи. Окопы Великой Отечественной войны. Да, это все с позиции наших дедов. Бляху где-то взяли, немецкую бляху нашли. Это все со времен войны. Граната. Наша, кстати, русская граната. Это Эвка, тоже русская. Эвка была найдена рядом с бляхой немецкой. Рядом с немецкой бляхой была найдена. Бляха немецкого солдата где-то. И патрон. Патрон, кстати. Да, это, в общем, тоже наша. Ничего не меняется, как в 41-45. Вот, винтовочный патрон. Да. Это вот тоже малозерский патрон. Тоже малозерский. То есть да, написано не по-русски. А вот, собственно говоря, бляха немецкая. Бляха вот немецкого бляха. Солдата. Это все нами здесь откопано. То есть они стояли здесь? Да. А потом наши выбили их с этих окопов. И уже стояли наши здесь. И уже немцы по ним стреляли. Все повторяется. Да. Все вернулось обратно. Святое дело. Делаем, братцы. Поэтому так. Да. Так что мы воюем в тех местах, где воевали деды наши. Ходят. Вот идет линия траншей. Так и пошла она дальше. У нас вот видно бруствер, все видно. Вот линия траншей уходит по лесополосе дальше. Это старые позиции. Старыми топорами, да? Да, наши саперные лопаты тоже тех времен. Ведут обозначение года. Да, 44-45. Да. Ну, то есть, возможно, даже этими лопатами копали вот эти окопы. Вполне. Вот это 44-е, это 45-е. Отличие. А стол лопаткой Берлин брали. Как новая. Да. Умели деды делать. Это сколько еще веков мы этой лопаткой.